Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня буду делать освещение на тему, что будет дальше между вами, что скажет Вселенная, каких событий вам не избежать, через какие жизненные уроки вам нужно будет, возможно, пройти. Все, что расскажет Вселенная, буду работать, как всегда, в потоке. Вся информация, которая будет идти, она важна и нужна вам. В данную секунду, когда вы включили это освещение, вам нужно услышать эту информацию. Подумайте о мужчине, назовите его имя, настройтесь на него, знаете, как представьте рядышком с собой здесь и сейчас. Сегодня использую, да, много красных свечей в моем освещении. Это все не просто так. Здесь будут работать мои авторские практики на привлечение также вашего мужчину в проявление в вашу жизнь. Это не гадания, это не ритуалы, не какие-то там подобные вещи. Нет, я работаю с энергиями, поэтому мужчина, с которым у вас есть сильнейшая связь, обязательно появится. Смотрите мое освещение до конца, узнаете, каким образом. Вам ничего делать не нужно, только думайте о нем, соединяйтесь с ним ментально, представляйте его перед собой, пока вы настраиваетесь. Я с удовольствием приглашаю вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку здесь добавлю. Там я ежедневно делаю освещение послания любимого. Что он хочет говорить, что он хочет передать, что у него в жизни происходит, какие события его беспокоят. Все это вы можете узнать, если подпишетесь на мой бесплатный телеграм-канал. Также направляю вас, как вы можете создавать свою реальность благодаря силе своего намерения. Мои подписчицы уже знают, как это работает. Уже я получаю ежедневно 1000 отзывов о том, насколько меняется жизнь людей в наилучшую сторону, когда люди сами могут создавать свою реальность. Подписывайтесь. Вся информация подается в очень легкой, свободной форме, понятной всем. Так, настроились на мужчину? За личными освещениями пишите мне в личку в Instagram и Facebook. Также делаю личное освещение как на YouTube. Делаю личное освещение, авторские мои практики на ощущение пространства вашей пары от негатива, от препятствий, от ограничений. Все плохое уходит и расчищаются буквально пути к вам для того, чтобы быть в паре. Сейчас же проведу свою авторскую практику по вашим просьбам на очищение вашего пространства для исполнения желаемого. Поэтому сейчас обратитесь ко Вселенной. Озвучьте ей, что вы хотите, чего вы хотите искренне, от всей души. Важно досмотреть до конца, чтобы прогорела вся свечечка, как будет плавиться воск, так и будет плавиться весь негатив с вашей жизни. Магия, ограничения, преграды, все уйдет, и желаемое непременно исполнится. Для исполнения в самое ближайшее время ставьте лайк сейчас, пишите в комментариях, принимаю, благодарю, потому как Вселенной важна и нужна обратная связь. Обратная связь ей нужна для того, чтобы она видела, знала, что вам важно получить то, чего вы хотите. Вижу, что сегодня у нас будет необычная практика. Это будет, знаете, с усиленной дозой, потому как свечечка просит огня, и значит, сегодня будет в два раза сильнее практика обычной. Все, что происходит, происходит не просто так. И все случайное не случайно. Я вижу, что вам сейчас нужна дополнительная сила, да, дополнительная какая-то, возможно, у кого-то уверенность, возможно, кому-то вера. Поэтому Вселенная в прямом эфире вам показывает о том, что держи свою веру. И сейчас она у вас, знаете, как разгорится ясным огнем. Все негативное уйдет. Как плавится этот воск, так и уходит магия, негатив, препятствия, ограничения к исполнению желаемого. Во благо. Вторая же моя авторская практика на проявление любимого человека в вашу жизнь. Вы сейчас назовите имя человека, который важен, нужен вам, с которым вам хорошо, тепло, уютно душой. Как будет гореть этот огонь, так и будет разгораться его чувство, появиться, проявиться к вам. Многие мне пишут, что после этой практики мужчины признаются в любви, говорят, насколько им сложно и тяжело было без вас. Вы знаете, прорыв происходит именно энергетических блоков. Я работаю с энергиями, поэтому сейчас, в данный момент, вы будете снимать эти блоки с вашей пары, просматривая мою практику. Называйте имя мужчины и ваше имя.
Как разгорается этот огонь, так и разгорается твое чувство. Написать, позвонить, разблокировать меня. Ты дашь мне знать, насколько я важна и нужна тебе во благо. Так, парочка в поцелуйчики слилась. Отлично. Все во благо, девчоночки мои. Ну что же, давайте посмотрим, мужчина, в каких он энергиях сегодня. И будем смотреть, что будет говорить вам Вселенная здесь и сейчас. Мужчина, называйте его имя, ваше имя, дата его рождения, если вы знаете, дата вашего рождения. Какой ты сегодня, что у тебя? Какой ты вообще, как тебя видит Вселенная? Мужчина судьбоносный. Мужчина, который не просто так появился в вашу жизнь, однозначно. Мужчина-отшельник. Мужчина сейчас, знаете как, слышит свою душу, слышит свое сердце, причем четко понимает, что ему говорит душа. Но он этой информацией ни с кем не делится. Здесь у него буквально третий глаз открылся. Здесь у него, знаете как, идет такая информация, подтверждение в реальности то, чего он чувствовал ранее. Здесь реально это произошло. Ух, свечка трещит, прям подтверждает нам, да? Вы видите, что это знак Вселенной. Нужно, главное, их видеть. Вселенная всегда с нами разговаривает, всегда нам передает информацию. Какой-то еще сегодня ребенок. Девчоночки, возможно, он вас младше по возрасту. Как мальчишка. Верит, знаете, вот идет с потока информации, верит в чудеса. Я верю. Вот знаете, кто-то вот верит в свою мечту. Несмотря на то, реальная она кому-то кажется, нереальная, возможная, невозможная, как ребенок, верю в свою мечту. Давайте спросим его, какая же у него мечта. Расскажи о своей мечте. Какая у тебя мечта? Какая мечта? Держать в руках свою любовь, понимаете как? Держать в руках. Поэтому, вы, кстати, понятно, что любовь — это вы, девчоночки. Так как я освещение делаю на пару, он вас лелеет, как нежный аленький цветочек. Вы живете в его душе, он бережет. Вот знаете, видитесь вы там с ним, не видитесь, вспоминаете там, переписываясь, либо же нет определенные моменты вашей встречи, он держит вас. Я просто чувствую такие нежные, искренние, открытые энергии, насколько бережно он относится, прижимая руки к груди, к вам, к воспоминаниям о вас. И здесь мужчина верит в свою мечту. Какая у тебя мечта? Как интересно, да, с потока? Уже такая информация, ну невозможно же не узнать, девчоночки. Напишите мне в комментариях. Вот вам сейчас интересно узнать, какая у него мечта. Я считываю, что да. Какая у тебя мечта? Твоя мечта. Девочки, знаете, как здесь говорят карты? Вы слушаете свою интуицию, и вам интуиция уже говорит о вашем будущем. То есть его мечта — это то, что вы уже предчувствуете, будет между вами. Вас у меня миллионы, понятно, что здесь не будет, да, четкого уточнения конкретно детально, так мы уже рассматриваем на личных освещениях. Здесь же вы предчувствуете, вы, возможно, знаете как, вы уже вашу судьбу с этим человеком видите интуитивно на очень глубоком ментальном уровне. Вы считываете, вы понимаете, поэтому здесь карты именно об этом и говорят. Ну что же, давайте посмотрим перспективы, да, ваших отношений, что будет, чего не избежать, все, что озвучит Вселенная в данную минуту, здесь и сейчас. Что будет между нами? Вы прям так можете и сказать вслух. Постарайтесь, чтобы вас никто не отвлекал во время моих авторских практик. Они очень сильные, рабочие, негативные энергии могут как-то, знаете, пробиваться в ваше пространство для того, чтобы вас как-то отвлечь. Вот какие-то звонки могут быть, какие-то сообщения, кто-то что-то от вас постоянно хочет. Поэтому просматривайте мои освещения как минимум 3 раза с моими авторскими практиками для того, чтобы усилить их действия. И также предупреждаю, что вы можете как-то, знаете, в эти моменты немножко наушники, возможно, одеть,
дверь в комнате закрыть. Но идет информация из потока, что здесь есть очень много какого-то раздрайва вокруг вас, либо же рабочие какие-то моменты, аспекты. Возможно, вы занимаетесь параллельно какими-то делами, поэтому вы можете упускать очень важные детали. Идет информация, поэтому озвучиваю, чего не избежать. Чего не избежать? Давайте так сначала. Ну, во-первых, все карты, знаете, как вам говорят, чего вам не избежать? А вот того, что вы уже услышите, вот буквально от Верховной Жрицы, которая вам сейчас через карты, да, передаст эту информацию. Я напоминаю, что я работаю не только как таролог, также я ясновидящая, яснослышащая, космоэнергет, парапсихолог. Поэтому здесь я вас чувствую через себя, через свое тело, через свои, знаете, эмоции. Это все ваше. Это все, что происходит сейчас, я вам передам. Вижу, что вы в каком-то сейчас состоянии, знаете, жизнь серая, непонятная. Кто-то себя прям неудачницей называет, девчонки. Ну, идет поток информации. Неважно, там не обязательно, что это все говорят, но есть и такие аспекты. И если озвучивается эта информация, значит, важно кому-то именно это услышать. У кого-то зеленые глаза. Даже так. Ногти какие-то красивые. Маникюрчик сделали. Или просматривали какую-то информацию, связанную с ногтями. Возможно, укрепляли как-то ногтики, делали определенные процедуры с руками, девчоночки. Что-то тут камни, украшения видели, рассматривали, покупали. Либо же наблюдали у кого-то. Возможно, кто-то приобрел, вам показывал. Ну, идет много информации, поэтому уже в детали не будем. Будем смотреть более обширно, да? Чего вам не избежать? Ну, знаете как, нового начала. Тут мужчина придет в вашу жизнь. Потому что так должно быть. Вселенная говорит вам не избежать нового начала. Вот здесь человек стоит на рассвете. Он готов идти в путь. Он полон сил, он полон энергии. То есть здесь информация идет о том, что ваши отношения, да, выходят в рассвет, как бы в выход на новый уровень, чего вам не избежать в отношениях. Девчоночки, знаете как? Очень много информации идет о том, что вы вот в душе где-то чувствуете это. И сейчас, слушая эту информацию, это вам как бы дабл подтверждение. Вам уже прилетала эта информация кому-то через сны, кому-то через медитации, кому-то через знаки Вселенной. То есть сейчас вот у меня идет так, возможно, вы ранее уже слышали эту информацию в одном из моих других освещений, потому как вы найдете ответы на все свои вопросы через мои освещения. Поэтому сейчас вы можете даже задать вопрос, который не относится к теме этого освещения. И на этом, если вы хорошо настроитесь, да, отправите во Вселенную запрос, либо же на одном из моих других освещений, вы обязательно получите ответы на свои вопросы. Поэтому здесь идет подтверждение, ты уже чувствуешь это, ты уже знаешь это, девчоночки. Ну вот идет, знаете, как с души, просто огромный у вас поток во Вселенной энергетический, и Вселенная вам подтверждает это, что ты уже знаешь это на самом деле, что же будет дальше между вами. Знаете, что будет? Колесо фортуны приведет к изменениям. Но колесо фортуны — это также везение, добрые предзнаменования, новый жизненный этап, прогресс, успех. Вселенная здесь говорит о том, что ваши тела буквально соединятся в реальном времени. Вы с мужчиной очень связаны ментально. Вы его чувствуете, вы считываете эту информацию о нем. И неважно, видитесь вы, не видитесь, где вы находитесь, но здесь будет соединение, знаете, души и тела. То есть вы будете с ним вместе. Ситуация изменится в самую наилучшую сторону между вами. Давайте, вот сейчас идет с потока такой вопрос, какое предостережение Вселенная хочет дать вам, вот, возможно, чего вам нужно как-то обойти, либо же, зная информацию вообще от Вселенной, вы можете на самом деле определенные этапы своей жизни изменить, то есть не сделать чего-то. Вот давайте посмотрим, какое вот важное послание Вселенная хочет вам дать по поводу, как вам обойти, либо же какая ситуация какая-то возникнет, чтобы, возможно, не спровоцировать ее. Давайте так. Женщина какая-то. Что с женщиной?
А, девочка, здесь женщина какая-то поставила цель, и ее цель это ваш мужчина, потому как я же спрашиваю на пару. И что про эту женщину? У нее тут, знаете, какие-то, она какая-то мужеподобная. Возможно, у нее, знаете, характер какой-то такой. Черты лица, честно могу сказать, не миловидные. Вот почему идет мужеподобная. Вот она такая горячая, это, знаете, как не баба, а мужик. Вот такая вот. У нее даже голос, кстати, какой-то либо же низкий, либо же она, знаете, как-то с матом может разговаривать. Ну, кто говорит, мы матом разговариваем? Ну, это низший уровень вообще. Те люди, которые используют такие слова, это значит, у них недостаточно словесного запаса для того, чтобы вообще озвучивать и выражать свои эмоции в реальном времени. Потому как, ну, матом не разговаривают. Это просто определенный слой. Да, который живет, и они себе в оправдание, собственно, придумали эти слова. Вот так вот, эта дама, это вселенная все говорит, девчоночки. Я здесь абсолютно никаким боком не привязана ни к одному слову, которое здесь озвучивается. Здесь все с потока вселенной. Поэтому здесь дама, которая поставила цель, и цель ее это ваш мужчина. И что по поводу вас, вас это вообще как касается? Ну что вы с ней абсолютно разные. Разные, непохожие. И здесь Вселенная говорит, что... Подождите, я уточню. Мужчина будет делать выбор между той дамой и вами, с кем остаться в союзе. Дракончик он у вас такой, да, девочки? Ух, зверюга. Ну, классный. Ну, знаете, параллельный мир, он немножко другой. Он абсолютно иной по энергиям. Ну, я именно чувствую его жар, его силу, его уверенность. Здесь все в положительном таком ключе. Он потянется за вами, девочки. Потому как здесь мне показывает образ красотки. Вот вы земная выходите, возможно, вы земного знака, зодиака. Неважно, не нужно привязываться и мне писать в комментариях, что вы там не земного. Потому как общее освещение, и здесь информация идет общая. То есть вы хозяюшка, вы такая домашняя, вы та, которая заранее продумывает все. А эта огненная дама, возможно, она такого, знаете, горячая. Она, вот знаете, в этом своем огне и сгорит. Но, возможно, следит за вами как-то. Здесь женщина даже может, знаете, как не ставить цель на вашего мужчину конкретно, чтобы он был с ней в паре. Она вообще как-то за вами следит. И она огненного знака зодиака. Она как-то, честно, вам хорошего не желает. Не желает, она хочет смотреть, как ваши отношения с, ну, счастье, да, перетекут в разочарование. Вы видите, какая карта идет? Понимаете, день и ночь. Вот она желает ночи. Но тем не менее, у вас будет с мужчиной день. Он выбирает вас, он выбирает союз с вами, вот со земной, стихия земли. Он здесь еще выходит в энергиях волка, девочки. Возможно, у него где-то есть наколка волка, либо же дракона, да, возможно, в год дракона, либо же здесь там какой-то брелок, значок, футболка. Он вообще сам по себе может быть, знаете, как одинокий волк. Но волки, они же выбирают пару один раз и на всю жизнь. И поэтому, да, и говорят, что они одиноки. То есть, если он не нашел свою пару, он не будет метаться там по всем, как, например, да, всякие кошачьи знаки. Да? Угу. Поэтому, что еще Вселенная хочет передать вам? Что вы его любимая, девочки. Вы его любимая, вы его судьбоносная. Вы, знаете, как протягиваете ему руку. Какой целью? Девочки, а у кого тут вот такой вот символ является определенным знаком для вас? Определенным пчела. Кто-то видел во сне в знаках. Он говорит, я же тебе говорил. И причем говорил он вам через этот символ. Пчела, кто-то, да, вообще, какой символ пчелы? Это символ дома, достатка, исполнения желаний. Пчелу не просто так изображают на фресках, на старинных, да, определенных зданиях, мотивы, да, идут ее. Это
признак рода, дома, богатства, уюта, исполнения желаемого. Поэтому здесь мужчина говорит, что я знаю, что я — это твое желание. И он как-то вам давал это знать через этот знак, девчоночки. Чего вам еще не сбежать? Вот, 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 и выходит эта карта. Девчоночки, несете эти чувства? А, обожаю Таро, боже мой! Как они искренне, нежно и открыто раскрывают информацию. Ну просто неимоверно. Оракул, Таро, руны. Я просто наслаждаюсь, когда вам делаю освещение. И поэтому вы считываете эти все нежные, светлые энергии. Потому как я только с таким посылом к вам, с безусловной любовью. Посмотрите, как он несет, да, любовь к вам, как этот нежный цветочек. А вы же также несете свою любовь к нему. То есть ваши души абсолютно одинаково считывают друг друга как что-то нежное, искреннее, открытое. Знаете, то, что есть, то, что живет у вас, то, что невозможно объяснить словами. Вы просто это ощущаете физически. Я не понимаю, что происходит с этой свечкой. Я не говорю в эту сторону. А она, смотрите, одна из всех танцует просто в этот момент. Обалдеть! Это же так считывается энергией, что аж огонь подтверждает. Вы видите, да? Все свечечки нормально. А эта просто танцует. Она считывает эти энергии. Я говорю, если что, вот в эту сторону. Здесь я абсолютно никак не связана. Если бы я говорила в эту, и это бы тоже двигалось, девчоночки. Это так, чтобы всем было понятно, а кому непонятно, смотрите, потому как у меня все нереальное реально, а все невозможное возможно. Я счастлива за вас, я счастлива за то, что вы действительно воссоединитесь, да, в реальном времени. Не будет только ментальной связи, но и в реальной жизни вы будете вместе с ним, потому как вы дороги друг другу. Как он вам, так и вы ему также. Давайте посмотрим, какой секретик Вселенная хочет вам передать сейчас. Любовь, девочки, какой секретик? Между вами настоящая искренняя любовь. Вот эта вот борьба какая-то ментальная закончится. И между вами будет любовь. Посмотрите на эту карту. Ощутите эти энергии добра, счастья, искренности. Я показываю карты вам для того, чтобы вы могли даже внешне наполниться. Каждая карта несет в себе определенный заряд. И показывая вам карту, на самом деле я наполняю вас изнутри, через души ваши, этим светом, этим добром, которое идет напрямую от этой карты. Поэтому это для вас еще дополнительная подпитка, да, можно сказать, уверенности в том, что все, что я говорю, это истина, однозначно и только так. Я благодарю Оракул, благодарю вас за лайки, за комментарии, для исполнения информации, которую вы услышали. Ставьте здесь и сейчас лайк. Ставьте сердечко в комментарии, можете написать имена вашей пары, можете написать во исполнение, для того, чтобы это исполнилось в вашей жизни как можно скорее. Благодарю вас за любую активность, за донаты, огромная поддержка. Все вижу, на эти деньги куплены карты, свечи. Я помогаю людям, животным и птицам для того, чтобы поддерживать баланс в этой галактике. Поэтому ваша помощь, да, в развитии нашего канала идет во благо всей галактики, а Вселенная вам вернет в 1000 раз больше. Буду рада с вами встретиться на моих остальных освещениях. Всем шикарного времени суток. Пока-пока.